We're gone. Что это за звук? Как будто бы этот кхепря. Слышали же, да? Продолжили, но это ранкет, и, собственно, нужно выигрывать. А я говорил, да я знаю, Калачик. Я знаю. Я не рассчитываю ни на какие донаты. Вообще ни на какие донаты. У меня норм вроде. Норм так норм. Вот. Няшный скин. Все для вас, ребята. Все для вас, чтобы радовать глаз. У меня задержка около минуты. Обновляй браузер. Обнови браузер. Сереги жопу порвало. Серега, почиль. Почиль на стриме. Посмотри вот на прекрасную, великолепную Нюву. Так, нет. Там бастет. Там бастет. Это что значит? Значит, мне нужны стаки. Ибо я буду просто... откипать просто за секунду. Ну такая, да? Вот, а где мои донаты? Вот был бы я тёлкой, вот такой вот. Так, где мои донаты? И жопы. Так, перед камерой. А Twitch не банит за это, как бы. Ты так можешь так делать? Моя же не девочка. Чего, блин? Блин, челики хорошо играют, действительно хорошо. Но это уже платина, как бы. Так что... в том-то и смысл. Если бы я был в таком костюме, меня бы больше донатили, ребят? Вот с ушками бы сидел. Вы как думаете? На лечение. Блин, ну все, нужно ушки искать и хвостик такой. Спасибо. Ради этого можно и закинуть. Спасибо большое за сотку. Спасибо, ребят. Трипер, спасибо тебе большое. Дай бог тебе здоровья, все твои семьи. Ну, костюм у него. Фантазия рисует страшную. В смысле страшную картину? Он было бы круто, если бы в таком костюме не высидел бы. Еще бы камеру сбоку бы поставить, чтобы все видно было. Что за звук? Гуку сплей на него. Нормальная картина, бородата, брита не без сисек. В смысле без сисек? А, нормальные сиськи. Но ушки я могу достать, ладно. Сейчас бы не попасть в крипов своих, ё-моё. I'm going to have so much fun egging
So much fun. Я тоже буду так сидеть. So much fun, any people. Вам осталось только донатить начать, все, и изи будет очень. Просто уходит, ему все равно вообще. Вот, с подкачанными сиськами это норм. Marshmallow Brats. Ненавижу ее. Привет, привет, Виталь. Thanks for the donation. Блин, можно поставить, кстати. На донат такую штуку. Ай, господи. Поеду про розыгрыш. А я сейчас все скажу в конце стрима. Будет несколько розыгрышей, я анонсирую сразу. Все нормально будет. Есть прикол, берешь, подкачиваешь, чтобы шире стать, а потом все плечами. Да, 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 я видел этот видос. Ой, как мне больно было, на 100 хп залетело. Спасибо, Виталь. Чего музыка так громко стала играть? Виталик, ты мне сделал, блин. Он баловал до 12 подвышки. Ну да, типа да. А я не видел видос, у меня так само произошло. Я понял. Фрик-шоу. Roasted and toasted. В теории он и меня может убить. Война будет бегать. На кроличьей ушке Арти на стриме. Спасибо, ребят. Спасибо. Я уже обещаю подумать. Спасибо за соточку большое. Еще здоровья тебя вообще и семье твоей всей, спасибо. Как принять участие в розыгрыше, я в конце стрима расскажу, ребят. Прилипните, алло. Да, господи, ну почему же он меня фокусит? Такой бред, ребят. Спасибо за подписку на Арте. Начальник Путина, спасибо за подписку, ребят, спасибо. Еще. А за донейшн вообще отдельное спасибо, ребят. Здоровья вообще всем тем, кто
Как он выжил-то? Кто меня поддерживает? Я опять ничего сделать не могу на магии. Я вообще разучился как будто бы в 3 на 3 играть. Но... Но... Sugar baby. Сыграй на бастет потом. Ну, я не очень хорошо на ней играю, но можно попробовать, ребят, можно. Господи, такой бред вообще. Изи помог. Если бы не помог, он бы его убил. Блин, идти за мной, нет? Оп. So much fun. You come on, kid. Никаких пауз. Сорок пять человек на стриме, это очень круто, ребята, это очень круто. Жалко, что вы только на розыгрыш приходите. Ну ничего, мы приучим вас к другим игрулькам тоже. Please, one minute. One minute ago. Не приучу, приучу, приучу. Колочек такой негативный. Искупятся на лайки. Ребят, поставьте лайки на ютубе, пожалуйста. Как делать паузу? В ранкедах F9. Да, может, но мне только розыгрыш понравится. Но и я. Я, да. Теперь на ушки будут. На ушки будут приходить. Да, да, да. Спасибо за подписку на акцию. Спасибо, ребят. Кто-то подписывается, я вижу. То, что вы подписываетесь, это очень круто, спасибо. Я первый раз попал на стрим и сразу задонил. Вот так вот надо, ребята, учитесь у Рипера. Человек зашел, увидел стрим, закинул деньги. Красава. Что могу сказать? Я лайк поставил. Лайк это тоже круто, ребят. На розыгрыш как-то все равно. Но это вообще прям чудо из чудес. Здорово, чатик. Привет, приветики. Сейчас будет прыгать, нет? Слышали, да? Care for absence. Retreat, retreat. Спасибо, ребят. Какая-то слишком огромная селедка. Но мне понравилось. Новый скин на Окуанга очень крутой. Выглядит очень круто. Yes. Давай, Нювар, один донатик, попой можно повелять. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Ну, прикольный скин. Да, не жалею то, что его купил сейчас. Тир какой-то совсем слабый. Тир говорит то, что мы слабые. Понимаешь? А
А, она прыгнет все равно. Ты пес, блин. What up, dude? Жек, такой вопрос, только не обижайся. Вот ты говоришь, что играешь only solo. В чем логика играть соло в режим, где нужно играть тимой? Да нет логики никакой, я же ничего не говорил, что здесь есть какая-то логика. Еще юзай домашний телефон, да. Тут четвертый раз на домашний. Так, это вот, собственно, я сначала не понял, к чему калачик пишет, если честно. Блин, я тут умереть могу. Ну, я бы ее спрашиваю, что у тебя стоит, конечно. Ладно, шут. So much fun egging people. А у Куанг слишком охеревший, думал то, что меня под вышки просто так заберет, как бы. Ну, не знаю, такое себе. Блин, и я Егис не поражал, серьезно. Просто мог больше побед получать, если бы играл Тимми в 3-3, ты играешь в соло. Может быть, может быть. Ты можешь считать это таким моим длительным челленджем? Типа, я считаю, нужно в соло уметь выигрывать. А зачем бомбить, если можно играть и выигрывать? Монет, подождем, подождем. Полюбуемся на него. Сверху, кстати, тоже нормально смотреть. О, под музыку. Ладно, сегодня не буду. Куда могут по 10 раз на дню звонить, предлагать окна хирургической консультации. Но это такой минус домашнего телефона, типа. Минус кэтс. И хила очень много. Прям какое-то неимоверное количество хила. Блин, такой прикольный этот. Я выжил, ни хера себе. Я хочу вот это взять. Я хочу блинг взять. Можно, ребят? Нет, тупо да будет. Я не особо люблю играть в пати с малознакомыми людьми. Но он не имеет в виду малознакомых. Ну господи, ну тюр, ну сделай хоть что-нибудь. Okay, он просто играть, мне кажется, не умеет, если честно. Что это за звук? Как будто бы этот Кепри.
Слышали же, да? Okay, the fuck is the meme. Самое веселое, вот это было сейчас пати в изи выиграли, потому что у них ну очень тупой пик. Арти, привет. Привет, привет, Виталь. Бля, ну мы не выиграем, короче. Я не знаю, я не хочу. Эти чуваки выигрывают, они в пати играют, это премейт крио. Когда ты играешь с сыгранным премейдом, можно хоть что угодно пик, хоть три мага пикни, там, не знаю, Афродиту, Хейли, Чингу. То есть нужно попробовать. Заодно и видос на YouTube такой выпилить. Найс. Ну это я уже, когда он сейчас сыграл, да. Один к 12, это что значит? Я не знаю, что собирать. Я так угорал только на арене, Серег. Цели на этого давно. Интересно, у него не беспокоит, что у нее уже пень под угол? Да нет, я думаю, нет. Самое главное, ребят, чтобы вам нравилось. Но блин, это же костюм такой, типа донатьте, 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 такой, понял? У меня вообще дурной этот, типа, билд.
лучше не собираться так, как я. Но у них тоже нестандартный, как бы, пик, так сказать. И мне немножко тяжеловато против них стоять, когда они меня фокусят. Только поэтому у меня собрана шкура эта. Понимаете? Вы вообще слышите этот звук? Вот этот... Как у Хепри в этом... В скине в этом. Афра? Тут нет афры в катке. Что он делает, я просто не понимаю. Как же меня бесит то, что так мало дамага. Be careful. Они убили все-таки? Когда это произошло вообще? Че, у меня не апнутый, да? Он апнутый уже или что? Че, банку случайно съел, ну ладно. У меня типа нет урона, но я хотя бы чуть-чуть покрепче стал. Тоже хорошо. Чеждауны мне не дают дофармить. Ой, блядь. Думаешь, менять обсидиан? Ну, не знаю, не знаю. Он мимо кинул. Мимо. Сейчас, братан, не могу пока. Сейчас, сейчас открою. Вот. Через куда бы стать ливнула? На совсем? Зачем обсидиан деф? Почти нет, купи хронос, тебе не нужно столько пробива против такой темы. Дефа почти нету. Может быть, может быть. Я просто за магов, видите, такой себе игрок. Но пока все нормально, все нормально. Что думаешь, о Куанге стоит ли играть? Да, конечно, сильный, сильный джанглер. Ребята радуются, то, что у них челик ливнул. Вот это команда, да? Команда мечты. Убивай этих сначала. Killing spree. Да, КД не хватает ей жутко, конечно. Your team has destroyed a middle enemy Phoenix.
Ну, мы поступили. Не очень. Не очень поступили, конечно. Но это ранки. Я говорил, да я знаю, палочку.